Итак, продолжаем. Непонятная надпись сверху. Нам дали новый скилл. Ага. Ого. Прикольно. Шапотинка. Энерджи. Так, ну что, возвращаемся обратно, пробуем залезть. Господи, сколько тупиков-то, матерь Божья, не открытых. Обалдеть. Вот здесь вниз нельзя? Ну вот, наверное, да. Нет. Чё, выглядит так, как будто нужно. Он долго горит вообще? Пока энергия есть, синяя. Жесть. Это подстава. Так. Во, вот здесь вот. У нас тут светлячок. Не помню, вел, не вел, не вел. Это новое место, да? Да. Ой, там еще развилка. Да что ж такое-то? Быстро, быстро! Ай, у меня шет не включен. А почему он мне не включен? Не знаю. Что-то вот это сейчас подстава была. Тут-то как раз-таки еще норм, потому что тут цветочки, светлячочки. Мне его надо врубать, он... А то сейчас энергия кончится, и что мы будем делать? О, картограф, привет. Да, здесь очень жутковато. Конечно, давай карту. Сейчас посмотрим, что нам откроют. Ну да, потому что мы все вокруг ходим. Вот этого вот. О, понятно. Ну да, хотя бы тоннельчики видите, а тут темно, еще и тоннелей не видно никаких. Ну что, давай сюда сходим. Обрати внимание, слева святилище опять. Это там, где дают доп-слот. Окей, сейчас ходим. Значит, сюда сейчас залезем. Ну, дочистим. Вот здесь вот закуточек. Слушай, а вот картограф, это же картограф, правильно? Да. У нас 4000 этой опыта. Может, у него какую-нибудь дорогую карту купить? Нет, нельзя. Рез, блин. Это можно купить только в той деревне, где дедушка, да? Блин. У тебя не врублен скилл. Да, ну, все, а, врублен, да? Так. Сюда вниз. Энергия горит. Осколок. Энергия кончилась. Волна духов. Зая. Капец. Волна духов. Что за волна духов? Осколок там не в тело, кстати, выпал. Где это смотреть-то? Ну вот они. Я не вижу ничего нового. Волна духов, вот он. Вы наносите больше урона, когда у вас есть духовный свет. Максимум 3000 искр. Духовный свет, что они имеют в виду? Это вот этот скилл? Извините. Наверх. Так, теперь нам надо попробовать все сюда дойти. Да, там святилище. Энерджи. Опа. Не то. О-ля-ля. Где я? А почему я? Почему скилл ты сбросился? Ну, я же его активировал нечаянно и так, и ну ладно. Можешь еще подождать энергию, хотя у нас почти фул. Вот плохо, смотри, у нас жизни 10, а энергии, блин, всего 7. Там в закуток не сходили. Да ну, давай. Не заломать? О.
4 энергии. Мне кажется, знаю, где мы. Да. Ага. Энерджи. Капустка наверху, да. Да, этот возьмем. А этот светляк, который нас тут водил, хер пойми куда. О, матерь божья. И у меня глаза разбегаются. А честно. Туда по сюжетке, потому что та ведет к этому. Давай. К духу, который нам надо забрать. Жизнь. Какую я взял? Вот теперь нам актуальная энергия. Потому что жизнь — это уже 11-я. Наверх опыт. Сюда. Пока не пойдем, пойдем сюда, да? Ну хочешь, пойдем в святилище, мне так-то давай. Пофигу. Энергия, энергия, энергия. Да ты. Да ну блин. Сейчас еще раз, да, все прям. У тебя скилл не работает. Зажжено? Да. А вниз и налево. О, там проход. Вот почему туда первый раз не попали. Ты упал ниже. Мы же за светляком бежали. Так, этот на выход. О, Мока. Mm-hmm. Мока. Мы с ним говорили? Ха. Милота. Как тут много всего. Да. Скилл не работает. О! А теперь от этих, значит, можно, да? Mm-hmm. Вода грязная. Жизнь. Так, проломать эту сторону нельзя. Да ты зараза. Да. Вода грязная. Значит, нам придется идти сначала, скорее всего, по сюжетке. Да. Хотя вот Мока тут на что-то намекает. Что типа светлячков куда-то посадить, или не знаю, может просто так. Куда нас светлячок приведет? На выход. Скилл не работает, если что. Энерджи. И куда? Наверху гонки. Ладно, пошли в сюжетку. А куда в сюжетку? На любой из проходов наверх. Ну, по-моему, не этот. Хотя не помню, если честно. Нет, всё сюда прямо. Да блин. Эх, да чтоб тебя. Вот было у меня так вот этот момент. О. Ай, мне не тот скилл. У тебя не работает скилл. Да не в этом дело. Подушечка. Энерджи. И нам сюда вроде налево, нет? Ну, да, точно. О, направо. Скилл! А, что он не работает? Да как... Сука. Вот как он отключается постоянно? Я не могу. Тоже иногда не успеваю. Ну, не всегда замечаю. Наверх опыт. Внизу тоже что-то есть. Скилл. Скилл. Ну, я поняла. Ты когда начинаешь драться, юзать типа X и V, видимо, он отрубается. Либо я хочу молотком,
жахнуть. А может быть? Нету. Да. Тихо. Тихо. А, ну да. С бэшки не вырубилась. Да. Вот я сейчас опять хотел молотком ударить. И вырубил, походу, скилл. Ага. Так, там апутинка. Твою мать. Опять здесь. Внизу что не скилл собрано. Так, а там ничего толком, по-моему, и не было. Я не помню. Чем мы взяли энергию? Там не было ни рун никаких, ни рут. Зачем-то отсюда посылают. Вот зато и как-то надо сходить. Ну, это не страшно. Оп. Так-то нам наверх. Угу. А ничего вкусного. Наверх и направо. У меня свертуханов, походу. Ага. Шикарно. Еще я рыбой, скорее всего. Сейчас, это же колодец? Да. А мы с ним можем поговорить? А чем? Ты хочешь засейвиться? Восстановиться, засейвиться, все дела. Ломать эту штуку. Короткий проход. Мы из-за него вокруг и пошли. Скилл. Все. Теперь можно прямо туда валить и наваливать. Ну, замедлился. Паучина. Кат-сцена? Угу. Ну, такая частично. Сейчас что-то будет. Сейчас, скорее всего, это проломится все вниз и нас скинут. Паук. Шелоп местная. Мама мне. Да. Мы обычно падаем вниз. Падать верхом логично. Да ядрит-то она ее сломала. Опору. Я так полагаю, вместо света можно брать кувалду. Я вообще ничего не понимаю. Я тоже не очень. Я пока не очень понял, что она со мной делает. Раз, два. Три. По земле она бьет точно так же, как жук. Плюет. Раз. Постоянно по мне попадает. Да. Тебе светлячок выпал, смотри. Фонарик. И вниз. А, ты хочешь вниз. Отсюда хочешь? Тоже тема. На,
поднимайся, поднимайся. Ты что, не поднимаешься, да? Ого! Ах, ты жопошная тварь. Вот я так и знала, что это ломается. Ядрит! Она тут все решила разломать, да? Да. Ядрит, там внизу еще паучата. Теперь точно спускаться нельзя. Они по стенкам лазят. А я умер. Сука. Все равно дамаг идет. Угу. Так-то тактика неплохая, но все равно дамаг. А потом она начнет спамить еще это своих выродков, прости господи. А они по стенкам ползают. Зараза. Пауки пошли. Опс. Зараза. Ой-ой-ой-ой-ой. Да блин. Одна жизнь меньше. О, откуда-то жизнь пришла. От паучков, скорее всего. Сука. Давай. О-о-о! Блять, я там даже не видел, что там уже кто-то бежит мне в лицо. Да. Хорошо подстроились под ландшафт. Светлячок не работает вроде бы. Найдет. Подоскатаем. Давай. Да, ну что ты вот... Так, сломала. Сейчас будет плевака-плевак. О, луч сразу. У него по-разному. Окей. Это мы удачно. Пауки. Светляк не работает. Это паука попал. Это хорошо. Оля-ля-ля-ля. Как там в прошлый раз привили. А, да-да-да! Да.
жизнь, блин, дали там. Ладно. Да какая жизнь там? Никакой жизни. Ты шутишь? Ну, ко мне не двинуть. Я вот сейчас бегаю, хпшки юзаю просто по КД. Да. Скилл не работает, светяшечка. Да хрен с ним, надо выжить. Я сейчас вот... Все, что я делаю, то бегаю от нее. Зараза! Она да, тут достает. Блин. Зараза. Там было хорошее, конечно, место, пока та стенка была. Угу. Плевака, 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 плевака. Блин, какая нафига. Что ты? Ты что творишь, мелкий? Сейчас что-то будет. А, спам пауков. Окей. Это мы удачно тут зависли. Пауки, нет. Пауки, три. А, стреляет. Очень мало хп. Ну и как, 4 с копейкой. 1.5. Зараза. 3.5. Луч. Плевака. Да ну блин. Жук этот, ну, паук маленький. 1. Вот это. Да, это так. Я только хиляюсь. Целых 3. Да блять, это я хиляться вот начинаю в этот момент. Она специально это делает, мне кажется. Не знаю, какие тут алгоритмы. Ну, удачно. Сейчас спам пауков будет, да. Ой. Где я? Тут наверху. Я не вижу. А. Я тоже тебя теряю. 1, 2, 3. Ну, такое чувство, что ей это вообще дамага не наносит. 2, 3. О! Скилл не работает. Ей промазал. Да не, вроде в нее попал. А надо именно в морду, надо что ли? Надо именно в лицо. А, ну да. А жук был наоборот, только через это, по жопе ему бить, типа того. Угу. Жесть! О, господи, вот как вот, она не очень читает. Сейчас будет спам пауков. Что-то у нее нормально читаемое, что-то, конечно, вот 1, 2, 3. Так. Луч. О, луч. О, мама мия. Ту-ту-ту-ту. Еще и так бывает. Теперь, видимо, да. Я потерялся. Я вот это лево. Огонь. Паук там гадский, маленький. Та-та-та-та. Блин, блед. Да. Что ж ты такой вот, вот не расторопный? Раз, два, три.
Да? Да, ты скотина. А, ну и потому что я опять не той кнопкой пытался их поймать, как в старом море. Скилл не работает. Игроком ты пытался я... поймать. Да. Так, сейчас будет луч. Да, стой за этой штучкой. Пауки. Раз, два, три. Ничего не вижу. Я себя теряю иногда. Да. Когда себя теряешь, можно и помирить нечаянно. Да ёп. Там паук, оказывается, был. Слушай, я тот край вообще иногда не вижу. Да. Просто. Тут еще все такое под цвет, прям шикарно. А луч, скотина. Ну вот и как я должен с ним был сейчас вот тут. Блин, не проблема. Давай. Луч. Получил это сраное еще. Хитрец. Раз, два, три. Так, какую кнопку ловить его? Вот, получилось же. Ну, вроде бы... сейчас больше бегаем от нее. Больше половины, в принципе, мы сняли. Ты мало. Знаю. А-а-а! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вообще что-то будет. Он сейчас какая-то жесть будет, светляк. А, я умер. Капец, это у него что, ульта? А. Типа надо весь... А, тебя камнем, наверное, сверху прибило. Да, да. Так, да, хорошо. Да, камнем прибило, и дыр какой-то образовал. Да, да. А, ну и, видимо, это вода тухлая, да? Угу. Так, хорошо, она бесится. Окей, а дальше-то что? Помаша, у тебя ПМС когда пройдет? Вот висят штучки, может мне за них как-то надо. Типа наверх выйти? А, она за тобой! Матерь божья! Наверх, наверх. Сейчас такое. Светлячки. А-а-а. Жесть. А тут вторая часть. ХП ее появилось. Ну, ничего. А-а-а. Сломает, скорее всего. Сучка. Огонь. Да блин. Угомони, женщина. А, раз, два, три. У нас хоть один в цель попал? Попали-то все. Завязай светляка, что ли, не знаю. Раз, два, три. Я просто не поняла, что там по дамагу вообще проходит он. А, да, неплохо, кстати. Так, сейчас будет спам пауков, ага. Луч? А нет, не будет луча. Ай, это ж жёсткие пауки. Раз, два, три. На! Просто все в меня залетели. Полторы жизни. Огонь. Пауки.
Низковато фонарики висят, если честно. С учетом на какую высоту тут можно подняться. У тебя просто крополяк. Да. Я не могу ничего сделать. Нет, ты молодец, ты успел. Да ёп. Энергия еще где-нибудь есть? Помимо посередине? Нет. Еще один. Не работает светлячок. Слайд-шоу какое-то, ничего не поняла. Да я пускаю все подряд, все, что летит. Все в нее. Пауками. Да. Стрелялками. Так, энергию восполнили, хорошо. Зараза, огонь! Только восстановил КП. Сука! Твою мать! Ой-ой-ой, полторы жизни. Беги! Стенка. Ну или так. Так, пауки, пауки. Плеваки, плеваки, плеваки. Теперь она стала не 3, а 4 давать. Заряда. Все, мне жопа. Зараза. Ну, мы и так, в принципе, со светом. Да, только в тот момент у меня энергии почти не оставалось. Да, это грусть. Ну, это где-то на последней четверти, на последней трети осталось. Да. Цветёт. Да ёп, блин. Да. Пауки. Очень неплохо. Сейчас будет тьма. Атас. Пауки-пауки. Зараза. Огонь. Очень хорошо. Крополя. Ай. Ну, лицо. Есть? Все вроде. Ага. Да. Потная катка? Да. А это пленный дух. У меня аж лапки вспотели. Стики скользят. Ну, что поделать. Соскальзывают. Ну да, и ачивка победа над тьмой. Сейчас, может, теперь светло станет. Мы можем залезть туда, куда не было. Нельзя. Даже с этим светлячком. Да. Но не очень так, удобно. Это кто? Может, какие-нибудь у нас паучки? Или теперь мы еще за паучком будем ухаживать? О, господи, боже ты мой. Что за эта драматическая традиция-то такая, а? Окей, типа мы ее очистили, ладно. У всех помутнение разума, mm-hmm. Смотрю в этой части. Самата, Джейс.
Так, светлячка одного мы получили. Это типа был главный босс этой локи, да? Да. Да мы помним, боже. Нам дали немножко жизни и энергии. Mm-hmm. А вот там под мостик нельзя нырнуть? Можно. Какой мостик? Ну вот, где мы били РБ. Видишь, вот тут вниз упасть нельзя? Нет, да? Нет. Так. Теперь мне надо как-то со скиллами. Молоток был на Y. Так. Блин. Так. Давай посмотрим. Ну, локу эту закончили, по сути. Сюда потом попробуем слазить. Здесь проверим вот этот. Ну, это уже в следующий раз. И нам еще он. Святилище. Ну, еще туда, да. Ну, все, тогда до следующей серии. Всем пока.